В общем, все располагает к игре, и встреча продолжается. Счет не открыт, 0-0. Кубицкий, передача к 11 метров. Нет, вот опасный момент, удар, гол! Дарюш Дзекановский открывает счет. Да, ну, конечно, сейчас нерасторопно сыграли наши защитники. Дали возможность беспрепятственно мяч и не дать ему идти за пределы поля. Мяч с успехом. Биланов бросает мяч из-за боковой. Сулаквилидзе, тот бьет сильно в штрафную площадь. Опасный момент. Ну, удар, гол. 1-1. Ну, наконец-то. Протасов сначала в броске пытался переправить мяч в сетку, ворот не получилось. Тут как тут оказался, словно чувствовал Геннадий Литовченко, и сильным ударом под перекладину отправил мяч в сетку ворот. И вот смотрите, ну тут вратарь молодец, бросился под удар, пытаясь спасти ворота. Минчанин, иранец Минска, покидает поле тоже. Проделал огромный объем работы. Я имею в виду Олейникова, так что, наверное, игрока не заслуживает. Хороший матч. Последний контрольный поединок сборной Советского Союза перед финальным игром чемпионата Европы. И 11-метровый при счете 1-1. Олег Протасов. Удар, гол. 2-1. Сборная СССР выходит вперед. Приветствует успех советских футболистов болельщики нашей команды. Здесь флаги советской сборной на трибунах. Все это выглядит очень симпатично. И вот повтор. На такой микропаузе, как бы слегка обманул вратаря.